Вадимова. Мы, ниже подписавшиеся, просим соответствующие правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении причастных к данному убийству лиц, призвать их к уголовной ответственности по статье 97. Кроме того, просим призвать к ответственности родителей, вмешивающихся незаконным путем в процесс отправления в правосудие. А также просим определить круг лиц, являющихся участниками данного преступления, видеоубивателей. История в данном обращении изложена со слов матери.